Здорово, друзья! И сегодня мы начинаем проходить полноценное прохождение игры State of Decay 2 Juggernaut Edition или же State of Decay 2, кому как удобней. Я ее давно купил, хотел в нее давно поиграть. В первую часть я вроде бы играл, но не проходил ее. И вот решил пройти вторую часть, и чтобы не просто так ее проходить, буду записывать ее для вас. Компания State of Decay 2, вам предстоит возглавить группу выживших в зомби-апокалипсисе. Собирайте ресурсы, обустраивайте базу и отвоевывайте территорию у получишь голодных зомби. Новое сообщество. Ага. Здесь можно настроить уровень сложности всех элементов игры. Пользовательские настройки. Так. Зеленый. Менее опасные зомби. Изобилие ресурсов. Стандартный мир опасный. Достаточно ресурсов. Игра на равных. Выживет не каждый. Зомби опаснее. Стаи больше, а ресурсов меньше. Ваше выживание под угрозой. Так, а давайте посмотрим, что здесь. Уровень сложности. Стандарт. Зомби достаточно сильны и наносят средний урон. Зомби идут себе. Угу. Ресурсы, да, первым задачи. Так, ну давайте, наверное, просто вот здесь вот поставим на средний и продолжим. Принять. Надеюсь, вам не громко будет. Я и так выкрутил. Почти на середину. Точнее, даже на середину, может и меньше. Выкрутил звук, потому что мне очень громко. Так, выберите персонажей. Ворчливая родня. Что это значит? Это типа характер их? Выносливость, интеллект, сила, стрельба, механика. А чувачок-то стрелять не умеет? В смысле, а чё он такой? Тёлка-то сильнее него будет? Зато... А, ну понятно, давайте мы... Джеффри... Выносливость, интеллект, сила, стрельба... Выносливость... Так, выносливость одинаковый, интеллект... У Дэвина у нас поумнее будет... Сила у них одинаковая, зато... Джеффри умеет стрелять, мастерство. А что еще есть? Есть еще? Софи Аутум. Что за Аутум? Аутум. Дан. Выносливый, интеллект, сила, стрельба. Дровосека из... Стримила видео. Оу. Перезимовал на фирме. Ничего себе, ты могёшь. Ага, ну тут раз, два, три, четыре варианта у нас. Давайте, наверное, вот этих чувачков выберем. Вы со школы только и делаете, что выискиваете своего старого друга из передряг. Вы почти уверены, что не он стал причиной апокалипсиса, однако за все это время он вам ни разу не помог. Вам повезло, вас ждет армейский лагерь, безопасность и горячая еда. Останешься лишь... Блять, остаются лишь гадать, когда ваш приятель снова все испортит. Угу. А вот эти вот у нас, если... А, то есть это он свою любовь нашел, да? Ну ладно, давайте вот этих вот выберем. Будет у нас любовь. Ой, самое главное, как всегда. Таймер я не поставил. Нам тут показывают. Чувачку вообще хер... О, у него там сигарета в руках.
Чёрт! Бегите, пока бегите, я таймер заведу. Поставлю. Или... Ну, шевелись! Закрывайте нахуй. Ага, мы уже начали. Добро пожаловать в лагерь Оспри. Ага, войдите в лагерь беженцев. Пора идти. Чего я не успел прочитать? Еще раз скажи, поговори. Нельзя остановиться, ворота долго не выдержат. Верно, нужно... Да заткнись! Верно, нужно найти еду и укрытие. Для рывка нажмите дрожжи. Ну, ты... Понятно. А, можно через ворота и пиздануть? Нельзя, ну ладно. Побежали. Так, секундочку, подождите. Качество сглаживания на среднем. Не люблю, когда сглаживание. Видео. Ой, вот размытие движения это. Сорян. Вот так вот. Во. А чё все равно какое-то такое, блядь? Полный экранный режим. А почему? А где? О, не. Значит, так оставь. Основы игры. Ага, так, ну это мы потом почитаем. Войдите в лагерь. Атака. А, ебашь его. Ух, нихуя ему. Ой, я чё... Желтый значок означает, что оружие вот-вот придет. Блять, я не успеваю читать они. Как я уже не быстро свалили. Так, поиск. А чем отличается? Все, найдены предметы. Кью для постепенного извлечения используйте бинты. Ага. Что это за лагерь такой? А когда можно пострелять? Я не хочу махаться. Дайте мне пострелять пистолет там. Найдите припасы в лагере беженцев. Что такое? Бин для восстановления здоровья. Почему он выглядит как консерва? Пакет снеков. Короче, это пожрать и бинты. С тобой все нормально? Ты, блядь, молишься там? Что там копаешь? Ебанутый. Я можно? Давай, а, у тебя нож есть? Хуярь. Нихуя на пинка дал. Блять, ну куда ты лезешь под нож, дура? На, нахуй. Найдите новое оружие. Так, ну с переводом тут, короче, такое себе. Найдите дополнительно, найдите новое оружие вместо битвы, блядь. А, вместо биты, блядь. Это я немножко ебанутый. Пусть она махается, пока мы их поищем. Во, красава. Что? Это все то же самое. Нам нужна бита, нам нужна бита. Как зомби попали в лагерь? Это кто? Это она нам говорит? Дело плохо, ни одного военного. Надо набрать припасы, выбираться отсюда. Конечно. Ясен хуй, конечно. Это придумал сам дерьмо в лагерь беженцев всех. Или как же они быстро? Нет, не сильно оружие получше. Конечно, надо оружие получше. Найдены предметы. Холодное оружие, дробящее 2,5 фунта. Разборка 33 болта дают, ударная сила. Чего? Короче, по мере игры. Он на мексиканском сказал? Так.
Откройте инвентарь и возьмите другое оружие. А нахуй ты ее с собой носишь, если она сломана, ебанутый? F используется... Ага. Так, а можно тут настройки? Индикаторы. Так, это не то. Социальные возможности тут. Помощь в прицеливании нахуй отключить. Использовать... Так, это нам не надо. Игровой процесс, а... Как не... Заменить, быстро нажать кнопку на удержу. Непонятно. Я хотел найти, может, тут как-то можно скорость этих, блядь, субтитров уменьшить. В чем разница от просто поиска и быстрого поиска? Он, может, не все находит там? Что ты еще скажешь? Дело плохо, не на войне. Давайте рванем. Побежали. Эй, check out these notes. И глянь, сколько здесь стоит. Почему я должна теряться? Ладно, можешь написать мне такой список. Черт. Как скажешь, спасибо за меня. Надеюсь, вы тут будете успевать читать надписи. Надписи, блядь, субтитры. No retreat. Я не знаю, что как это переводится. Нет чего-то там. Что это было? Остатки бумажных документов. Нельзя отступать, мой брат. Нельзя оставить их на произвол судьбы. И что? И что это дало? Мы алый коготь. Непонятно пока нихуя. Я так понимаю, типа, если быстро искать, он что-то будет ломать. Предметы для установки. А, ну это все бинты. Сдохни, нахуй, расхуярим голову. А почему нельзя зомби обыскать? Может, у них что-то есть там? Блять, одни бинты. Дайте оружие, хочу стрелять, а не махаться. Воу. Сдохни. Ой, нихуя себе, как быстро. А, ты уже второго замочил? Красава. Может, она все время будет махаться, а я так и буду и ходить, искать. Открыть. Почему так темно все? А, фонарик. Жуткое место, мы пока что вроде в безопасности. Хватаем все, что ему идем дальше. Конечно, говорит. Конечно, хватаем все. А что, мы сюда пройти не можем? А... Открыть. Заперто. Ломай ее нахуй. Ой. Ты откуда вылез? Уебутина. Он какой-то не такой, у него... Прямо как тот Муэрто, который мы видели у ворот. Ай, все, пизда, сдохнет, ее укусили. Мы не такой, видать. Да все, да пиздец, ей сдохнет она. Должно быть больше... Здесь ведь должно быть больше выживших, верно? Yeah, sure. Ну давай вот так, да, конечно, а если... Стараюсь помнить, что будет... Да ладно, блядь, и у нее все, конечно, окей, да, как скажешь, блядь, она... Другие слова знает, блядь. Тут ничего у нас интересного нету. А нахуй мы тогда сюда заходили? Поиск. Может, тут будет что-нибудь? Сломал нахуй все. Остатки бумажки. Так, нам надо, наверное, прочитать.
Правила поведения в лагере Оспри для гражданских. Никаких костров, никакого вандализма, никакого хулиганства. Не шуметь после заката. Любые незарегистрированные припасы будут изъяты. Использование санитарных зон вне означенных дней, означенных дней гигиены запрещено. Не покидать пределов назначенного жилого сектора. Эвакуированные не должны покидать лагерь без разрешения от бюро учета гражданских. О любых болезнях и смертях сообщать немедленно. Понятно всем, блять? Немедленно. Черт, такой сильно звучит. Прости, позовешь на тактором в следующий раз. Ну, давай побежим. Тебя укусили, а ты хуярю. Добей зомби, е. Добей его нахуй. Ломаем его голову нахуй. Круто я его захерачил. Да нет, ничего крутого не было. Так себе. Тут я не шучу, мне плохо. Ну а хули тебя зомби укусил, блин. Что ты поищешь, блин? Да где ты тут что найдешь? Давайте мы мачете. Мачете покруче будешь, а рубить будем всех. Фонарик выключи, наверное. Что-то мне нехорошо, нам нужно добраться до безопасного места и там отдохнем. Надо найти какое-нибудь лекарство. Меня... Сука. Да нет, тебе показал. Только не шумим. И скрытно убейте зомби со спины. Тут стелс есть? Нормально. Вот это красиво было. Их тут что-то очень много. Опа-на. Опа-на, блин. Ты чё орёшь? Как это громко было. А, нихуя себе они... Это тёлка полезла или это... Бля, я думал, это зомби полез, а это, оказывается, наша это, спутница, как ее там зовут, я уже забыл. Wait, what are you doing here? The last evac trucks left days ago. My girl heard the army ran these camps. Where is everybody? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Эны больше нет, дружище, уж тут точно. Just a few of us dumb enough to stay behind. Дурачков, а выжили только я и Док. Слушай, я не притворяюсь, у меня вся голова горит. А чё, расскажи мне, кто ее покусал? Это был реально тошнотый урод с ног до головы в кровище, что с ним? Плохи твои дела, тебе нужна серьезная помощь. Хуя, он ровно. Слыша, дай пистолет хотя бы, дай пострелять. Коротко найдите док и бегите. Спасибо за помощь, блять. Нихуя ты помог, блять. А чем он помог, блять? Найдите доктора на в ресторане Хряк и Бык. Почему доктор на? Ага, недалеко пришел, да. Как вы здесь, когда все гражданские давно уехали? Вы не должны здесь находиться. Ты врач? Тот солдат нас сюда за тобой прислал. Все еще изображает себя. Тут усилие. Это моя первая усилие третьим зомби снаружи. Мне очень жаль, пойдем со мной. Ебать, блядь, далеко шли. Боже, знаешь, что это все у меня. Открывает чума, она заразила свою работу. Что это значит? Со мной что-то случится в этот раз? Да, я сделаю все возможное. Слушай, мне бы не помешал. Как же все быстро. Бери фонарь и иди поищи. Ебать, а ты сколько тут сидишь? Ты не могла сама поискать тут? Вакцину ее нужно вводить вскоре после заражения. Военному из леса был вашу лабораторию, недалеко не уехал. А
Образец чумы, блядь. Нахуя тебе образец чумы? Отдайте находку. Она, блядь, сама не могла сюда зайти и, блядь, поковыряться в этом ящике ебучем. Did you find it? Удалось найти? No cure? Нет вакцины, это нехорошо, мне нужен медпункт, чтобы подготовить новую дозу. И док, пора уходить. Сраные зеды прут по всему периметру. Я знаю, что ты хочешь спасти Амари, но мы должны валить отсюда. Амари — это причина, что у нас есть лечение. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Нужна твоя помощь, ей, например. Okay. Ладно, не могу просто так уйти. Not like this. Do what you need. Делай то, что нужно, но поскорее. Извини за беспокойство, но мне нужна твоя помощь. Чем меньше грузов нести, тем меньше не расходов. Никому не... Блядь, как много всего читать, я не успеваю. Поговори с На. Пожалуйста, возьми оружие, сделай... Взять оружие у Дога. Открой мне это. О, пистолет! Прицелиться. А чё? Убейте зомби в клетке, выстрелом в голову. Сдохни! Пердон... Кому она пердону? Пердонами. Найдите своих попутчиков. Заебись, найдите, блять. А куда они съебались-то? Мне, значит, сказали, убей зомби, блять. Да, мы вместе. Спасибо за... Вот, найдем безопасную и подлечим тебя. Ты будешь жить, мы будем чпохаться. Ой, ну вы поняли. Спасибо. Да все бы ты смогла. Короче, он мне говорит, что я буду вести новое задание. Добро пожаловать в эту. Guys, погнали! Армии больше нет. И как там? А куда ехать-то? А мне что, только на газ сжать? Я... И вот у нас... Это типа пролог был. Понятно, понятно. После совместного обследования здания в режиме сетевой игры вы можете... Так, но это нам пока не надо. Мы пока компанию проходим, чтобы понять, что это за игра и как она работает. Ой, тут хоть... Это покрасивее, зеленое все. А там такое какое-то все рыжее было. Как-то засохшее. Усохшее. Здесь мы без, по крайней мере, на время. И то есть мы будем здесь расширять свой лагерь? Rustic, надо начинать. Да, hey, girl, you still doing okay there? Don't call me that. No, I feel like shit. В смысле не называть тебя так? Ты же его тёлка. Вы встретились там, типа, у вас любовь. А почему я за нее? Я не слышу, я не хочу за нее играть. Найдите медпункты, нажми. Жертвы кровавой чумы. Чтобы остановить распространение болезни, поместите зараженных кровавой чумой в медпункт. Понятно. Если вам удается найти вакцину, с ее помощью можно спасти больных. Ебать, как тут всего много, как это сложно будет. Если нет такой возможности, то, наверное, придется их убить, что... Это чё? Это то есть, если из моего лагеря, из моей команды кому-то заразиться и не смогу его вылечить, его надо будет ёбнуть? Слышь, так не делается, блядь. Найдите медпункт, нажмите, это медпункт. Это медпункт. Лечение чумы и инфекции. Отправить кого-нибудь сюда на лечение, остановим распространение крови чумы. Ну, окей. Ваш текущий персонаж стабилизируется. Выберите другой персонажа, нажмите Т, чтобы переключиться на него. Ебать. А чё, я за всех, что ли, могу играть? This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to keep her blood plague from getting worse for a while.
That is, if we can keep our supply of meds from running out. Послушайте, что придумала ваша группа. Relax, man. Nobody's dying today. Right, Doc? Not as long as we can find more plague samples and make the cure. The ones you found in my lab are good, but we need more. Короче, блядь, да... Подождем, пока не попиздят. Короче, нам надо... Найти вакцину для нашей бабищи. А что мы тут можем сделать? Это что такое? Управлять хранилищем. Забрать... Пассивные эффекты плюс 25 единиц. Экспириенса. Экспириенс, если кто не знал, это опыт для любых ресурсов. Зажить кое-какие припасы для транспортировки. Производить самые разные боеприпасы. Блять. Так, давайте мы пока... По... А как мне отсюда выйти? Построить объект. Так. Одиночные выстрелы. А как мне отсюда выйти-то, ребята? Ага. Закрой нахуй. Нихуя ты шлифанул дверь, блядь. Псих ты ёбаный. Ах. А, то есть вот... Понятно. То есть если на правую кнопку мыши нажимать, он сразу достает ствол и будет стрелять, а если просто левую нажимать, он типа холодным оружием махает. Так, давайте присядем вот эту вот. Гуляющие тут. Наверное, воображает, что она там по полянке гуляет. Там птички поют, я по кайфу. Мы ее ебанем вот так вот. Окей. Нихуя он там станцевал сейчас. Надеюсь, вы это видели. Пойдешь домой, блядь. Тебя дома-то нету. Возьмите один образец зараженной ткани с тела. Нового зомби. А можно я сюда залезу? Опа. Мы заныкались. По стелсу, не палимся, не палимся. Я так понимаю, если быстро искать, то он будет шуметь и нас зомби спалит. Ой, блядь, бери быстрее. Ай, сука, со спины напал, блядь. Сдохни, сучара. Слышь, жердяй, ты откуда там взялся? Ты педрила жирная, нихуя себе. На, нахуй. Вот это нихуя себе, он от... откуда он взялся? Слышь, я его там, по-моему, не все забрал. Да, не... А ты откуда тут взялся? Ты сдохни тут. Ой, ну ты, я руку ему отрубил. Так, слышь, нам надо что-то выкинуть, наверное. Мы... Залечимся. А куда все бинты делись? Мятая банка пива. Коробка химикатов возьмем. А где второй? Вот это второй ящик. Ага. Заебись. В канистре, блядь, он найдет. В канистре для бензина мы найдем, блядь, образцы зараженных тканей. Нормально. My favorite. Where am I gonna put that? Заебись. А, это типа дополнительное задание было. Нам надо вон того кровососю ёбнуть. Иди сюда, сила. А как? С убитого чумного зомби. А как мне его взять? Для ускорения просто... Ну забудьте, при этом вы...
Вызвать больше шум. Ну да, как я и говорил, шуметь больше будет. Значит, если просто... Так, ну тут, короче, можно бензин брать для нашей тачки. А как? Каким образом нам взять-то? Друзья, товарищи, подскажите, блядь, пожалуйста. Ага, на тап переключать, это у нас пожрать, это у нас бинты. А где еще чумной зомби? Так что же здесь? Вот. О, у нас лось повысилось. Во. Much, это уже перебор. Выкинь что-нибудь, перебор. Коробка химикатов. Как выбросить? Бросить. Во. Чумные зомби. Красноглазые чумные зомби. Переносчики кровавой чумы. Чумные зомби стекаются к чумным сердцам. Сердцам это очень опасные зоны. С убитых чумных зомби можно взять образцы зараженной плоти, которые используют для гроз. Побежали. Так, теперь надо вернуться домой с образцом зараженной ткани. Понятно. Кажется, пора отдохнуть. Ты чё, блядь? Это что сейчас было? Это кто там прыгнул, блядь? Это наш вояки, ёбаный, блядь. Эй, I'm back. How's my girl doing? Either I'm still alive, or heaven really sucks. She's holding on, but we don't. Вы, блядь, что с машины сделали? Как ехали-то, ебанутые, блядь? Что это? Шкафчик для припасов. И что дальше? Ага. Хорош. We now have enough plague samples to make the cure she needs. We should get on that as soon as надо, possible. Да... Ты все сказал? Короче, нам надо было положить эти... и образцы зараженных тканей в наш шкафчик. У-у-у. Патрончики. Патрончики. Теперь у нас есть патроны. Изготовьте вакцину в медпункте. Слышь, а ты нахуя здесь нужна, блядь? Я что, должен сам все делать? Вакцин. Ну давайте приготовим. И чё? Чтобы спасти шин, нужно пообщаться с ними. Вакцину вылечить, не знаю, это вакцина, короче. Нихуя он вколол ей, блядь. Она с рюкзаком лежит, блядь. Ага. Получено, блядь, получено, блядь. И чё дальше? Что дальше? Okay, people. First day of school's over. Так, ребята, я отойду ненадолго. Сейчас она закончит пиздить. И я сейчас вернусь. Так, друзья, я вернулся. Так, пока я бегал по делам своим, тут у нас уже потемнело. Так. Откройте карту, чтобы активировать задание. Чтобы активировать задание, нажмите значок булавки рядом с его названием. Ликвидируйте угрозу зомби Шелли. Давайте начнем с этого. Дополнительно поговорите с Шелли, чтобы узнать ее точку зрения. Возьмите из шкафа для припасов предметы, которые пригодятся в бою. Отправляйтесь на станцию Пиройл. И Шелли говорит, что там обитают крикуны. Ага. И чё, мы в ночь типа пойдем?
Давайте посмотрим, что нам тут приг... О, еще патроны, да? О, неплохо. Откуда они взялись? Так. Верток петард. Что нам понадобится? Бинты. А, бинты... Ну, бинты у нас есть. Вот это мы, наверное, сюда скинем. Вот это тоже скинем, нам не надо. Сломанную биту выкинем. Это мы тоже выкинем. Так, а что, а переместить нельзя, да? Груз один. Ага. Ты дебил? Ёбаный в рот, я... Заебись. А как мне этих теперь подоб... Бля, вот это я красава, я их взял и скинул туда. Чё нам теперь делать? Заебись. А где? Где бабище-то наше? Ау-у-у. Как нам ее найти? А, вот она. Ну, поговорим. Привет, выдержим. Открыть инвентарь персонажа. Угу. О чем он? Добавить спутника. Так, ну короче, мы ее с собой взяли, мы можем на нее переключиться. А как же, как мне теперь забрать вот эти патроны? Бля, вот это я мудак, конечно. Красиво я сделал. Так, мы, наверное, сейчас быстренько пойдем эту миссию выполнить. Не расхерачи тут ничего, я скоро буду, сказал наш персонаж. Нихуя тут зо... Ух, нихуя зомби. Ух, нихуя зомби. Херачим, так фонарик выключим. Пойдем по... Ага. Нас, сука, видит нас. Хуячим мы. So, where was I? Ah, yes. Ага, понятно. When I was a kid, I used to go to mass every Sunday. I loved it. Каждый раз, когда там нравилось, было как в театре. В церкви, как в театре, прикольно. Это по-любому сейчас херота встанет, да? Ага, мы ее добьем, не успела она встать. Так, быстренько побежали. Еще одно скопление брони. А чё, туда можно залезть, типа... И зачем? Ну, типа, нахуя? Еще выше можно залезть. Давайте посмотрим, что там. Прицелься, чтобы перейти в режим осмотра. Ага. Это типа как в Assassin's Creed, эти вышки, нихуя себе. Понятно, интересно. Пусть тусклое стекло нам дали. Ачивку. Ага. Yeah, nothing more to see here. Тут нечего больше искать. Ага, он может еще. Так, ну в итоге нам что надо? Нихуя там их. Нам надо расхерачить у всех зомби, я так понимаю, да? Мать, ты где там есть-то, блядь, тут зомби? Где эта хуйня орёт? Где ты, ёбаный крикун? Ага. Хуй ты орёшь, что ты мудак, блядь. Сдохни, сука. Мочи всех, не дай бог. Не дай бог нам тут сейчас сдохнуть. За спиной, блядь. Ой, блядь, их так много. Ну идите сюда. По одному, суки. Всех разъебу нахуй.
Давай, сука. Так, нам, наверное... Сдохни, сдохни, у нас выносливость кончается. И чё ты? И чё ты его не ебашил, блядь? У нас силу повысилось, а чё так быстро? Ага, скопление. Скопление очень опасно, если... Простите, если мешать, будем только... Скопление очень опасно, если с ними не бороться, то они разрастаются. Скопление образуется из-за крикунов, которые привлекают сюда другие зомби. Чтобы ликвидировать скопление, убейте крикуна и остальных зомби. Понятно. Это хорошая новость. Чё, какая хорошая новость? Нет, аванпост подтвердить. А что я сделал? И зачем я это сделал? Связка банок с биодизелем. Пакет стеклянных шариков, а зачем он? Не нужен. Так, а где тут еще что можно обыскать? Ага, наверху, на крыше. А как активировать задание? Какое? Чтобы активировать задание. Так, у нас осталось времени немного, так что, наверное... Побежим на базу. О, тут нужно метку ставить. И продолжим в следующей серии. Пока нихуя не понятно. Очень много всего. Кажись, пора отдохнуть. Блять, ты чё так быстро выдыхаешься? Да, конечно, у нас пистолет, блять, и то я патроны проебал. Но если мы будем стрелять, мы... привлечем больше зомби. А нам это нахуй не надо. Я так понимаю... Так, а чё ты, ну? Давайте посмотрим, что тут есть в пустом пикапе. Куча обломков оружия. Возьмем лист бумаги. Так, это возьмем, потом почитаем. Ага, на этой развалюхе, которую вы разъебали пока. Топливо. Блять, как тут много всего, нихуя себе. Так, ну что, будем заканчивать. Кто шумит? Чё, сука? Так, а у нас превьюшки-то нет. А тут можно как-нибудь? Типа это... Это мы отключим. Включить необычных зомби. А что за необычные зомби? Вибросы не буду нахрен. Блять, вот. Так. Ну что, продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, ставьте колокольчики. До встречи в следующей серии. Всем пока.